Давайте перейдем к российско-украинской войне. Для начала, как сейчас влияет война на Армению и какие итоги для нас были выгодны? Война влияет на Армению положительно, как бы ужасно это ни звучало. Потому что если бы этой войны не было, Россия давно бы проглотила Армению, что она и была намерена сделать как раз в этом году во время данного октябрьского саммита в Астане. Армения прекратила бы свое существование как государство. Россия сделала судьбоносную ошибку, неверный расчет. Она подумала, что нападет и захватит Украину, а затем Грузию, Армению и так далее. И однозначно, что победой Украины. Именно победа Украины даст Армении надежду иметь государство. И благодаря этому армянская государственность еще существует. Я уверен, что Россия проиграла. Я говорил об этом в начале марта, когда очень многим еще казалось, что это вопрос лишь нескольких дней.